В нынешних экономических условиях финансовые трудности стали причиной, по которой Олег Макартычян попросил принять в собственность региона принадлежащий ему пакет акций. Сегодня мои финансовые возможности ограничены. Я сегодня тяжело справлюсь с задачей, которая стоит перед футбольным клубом «Кубань». Я не в состоянии сегодня полноценно финансировать футбольный клуб «Кубань». И те возможности, которые есть, я хотел бы, чтобы их направить в развитие экономики Краснодарского края, в развитие бизнес-процесса, направить эти средства. Я прошу администрацию Краснодарского края в вашем лице принять на безвозмездной основе акции футбольного клуба «Кубань». Я хочу вас поблагодарить, во-первых, за непростое для вас решение. Важно, что вы остаетесь в крае, вы остаетесь в экономике региона. И тогда у нас с вами новые задачи, масштабные задачи. Задачи, связанные с тем, чтобы эта экономика имела рост. И с вашим, я бы сказал, опытом, огромным опытом, при том серьезным опытом в управленческих решениях большими экономическими предприятиями, я надеюсь, экономика региона только выиграет. В 2007 году Олег Макартычян стал председателем Совета директоров футбольного клуба «Кубань» и главным его инвестором.